Слава богу, удар пришелся по касательной, но я все же думаю, вы зря отказались от госпитализации. Павел Иванович, вы прекрасно знаете мое отношение к врачам. И тем более к поездкам куда-либо. Давайте больше не поднимать эту тему. Что там с этим грабителем? Его арестовали. Все ценности возвращены. Прекрасно. Теперь я хочу поспать. Я хотела вас поблагодарить. В вашем состоянии вступить в схватку с преступником было просто самоубийством. И еще. Вы на самом деле не такой чёрствый, каким хотите казаться. Простите, что? Мне Павел Иванович рассказал о вас и о том, что произошло 2 года назад. Я считаю неправильным прятаться в своей берлоге от всего мира. Вера, я думаю, вам нужно... Павел Иванович, пусть говорит. Леонид Константинович, вы себя ведете так, потому что чувствуете свою вину за то, что произошло. Но поверьте, нет ничего более глупого, чем винить себя в том, что вы никак не можете изменить. Вы все сказали. Я хочу вам помочь. Оставьте меня в покое. Павел Иванович, хочу спать. Извините. Вера, ты всегда себя так ведешь? Как? Лезешь не в свои дела. А вы что, не видите, что ему нужна помощь? Вера, знай свое место. Ты не должна с ним так разговаривать. Да я не то, что должна, я обязана. И вы обязаны. А вместо этого делаете вид, что ничего не происходит. Вера, ну он потерял дочь! 2 года назад! У Насти было смыслом его жизни. Мы все кого-то любим и кого-то теряем. Такова жизнь. А вы потакаете ему в его состоянии. Почему вы не хотите ему помочь? Ты думаешь, мы не пытались? Плохо, значит, пытались. Какое прекрасное, теплое солнышко. Вера, что вы делаете? Свою работу. Какую работу, Вера? Ваша работа – это делать уборку везде, кроме моей комнаты. С этого дня и в вашей комнате тоже. Кто это вам сказал? Фу, какая пылища! Вы настолько привыкли жить в этой грязи, что даже не замечаете ее. Но как только я закончу уборку, вы сразу же поменяете свое мнение. Свежий воздух – это то, что вам нужно сейчас больше всего. Все, что мне нужно сейчас больше всего, это чтобы вы оставили меня в покое, Вера. Так, мы начнем со шкафов. С каких шкаф? Вера, Вера, шкаф не... Не трогать шкаф! Не трогайте шкаф, я вам сказал! Вера! О, это выпили вы все? Если вы там, дайте мне, пожалуйста, вон ту бутылку. Какую, эту? Вот эту, да. Мне кажется, я знаю, где ее место. Вы что, с ума сошли? Вера, ну остановитесь! Больше вы пить не будете. Я вам сказал. Вера, Вера, что? Зря я вас не оставил в морозилке. Еще не поздно меня снова туда засунуть. Если догоните. Павел Иванович! Вера, куда вы? А ну вернитесь! Павел Иванович! А чего там с окрики? Вера на 2-м этаже у хозяина вычищает. Вычищает? Бог ты мой. Вылетел с работы, бедняжка. Инициатива наказуема. Угу.
Люди, это на что? В мусор, что ли? Да. Джованни, мне нужно с тобой поговорить. Ну, вообще-то Джованни сейчас готовит вкуснейший стейк для сеньор Леонид, но для Веры Джованни всегда готов. Джованничка, милый. Жень, ты готовишь Леонид Константиновичу мясо, мясо, мясо и одно только мясо. Да, но ведь он мужчина. А где же знаменитые итальянские салаты? Где овощи и зелень? Вера, овощи и зелень – это для тебя, это для маленьких деток. А мужчина должен есть мясо. Несомненно. Но Леонид Константинович сейчас как ребенок. Он нуждается в здоровой, нежирной пище. Может быть, приготовишь ему какой-нибудь салатик? Я салатик, да? Ему? Ну, а кто я, что ли? Хотя, почему бы мне не приготовить ему здоровый завтрак? Так, что у нас сегодня в меню? Святая Дева Мария, я не понимаю, что происходит. У нас салат из шпината. Здоровье и бодрость на целый день. Кроме сока есть что-нибудь? Угу. Приятного аппетита. Это что? Салат. Это приготовила Джованни? Нет, это приготовила я. Я это есть не буду. Вы должны. Я никому ничего не должен. Леонид Константинович, вы мне потом спасибо скажете. Спасибо. Я не позволю учить меня жизни какой-то горничной! Как хорошо, что ваша дочь не видит, во что превратился ее отец. Вера? Вера? Надо плакать. Ну, о чем я только думала? Я только что был у хозяина. Ты такого шороху навела. И что, он сказал, что меня уволят? Нет, не сказал. Значит, твои старания не напрасны. Настя, у меня для тебя есть подарок. Ух ты! Какая красивая лошадка! Откуда она? Из Греции. Она старинная. А когда ты мне купишь настоящую лошадь? Настоящую? А где же мы ее будем держать? Построим конюшню. И наймем конюха, чтобы он за ними ухаживал. За ними? Ты же говорила про одну лошадку. Одна лошадка тебе, одна мне. И мы вместе будем кататься. Помоги мне заколоть волосы. Иди сюда. Вот так. У тебя волосы, как у твоей мамы. Правда? Расскажи мне о ней. Она была красивой? Она была очень красивой.
Что? Что случилось, Жень? Мадонна, questo è scandaloso! Какой скандал? О чем ты сейчас говоришь? Где? Где Вера? Она где? У себя в комнатах? У себя. Вера? Джованни, что случилось? Она еще спрашивает, что случилось. Ты что сделала, сеньор Леонид? Я? Я утром принес ему ребрышки бешамаль на завтрак. Вот, вот что он мне сделал. И немедленно требует тебя. Зачем? Зачем? Хороший вопрос. Зачем? Мама мия! О, Господи. Вера, ну надо идти. Доброе утро, Вера. Доброе. Вера, я хотела извиниться перед вами за вчерашнее. Нет, это я была не права. Я не должна была с вами говорить в таком тоне, тем более не должна была говорить про вашу дочь. Нет, все, что вы сказали, это правда. Я разозлился на себя, не на вас. И действительно, если бы Настя увидела то, во что я превратился, она была бы не рада. Значит, вы разрешаете мне вам помогать? Давайте не будем спешить и начнем с завтрака. И вот этот ваш салат со шпинатом и морковный сок были бы сейчас очень кстати. Платон, можно я попробую? Попробуйте. Ой! Поехали. Ничего? Очень здорово. Что вы тут затеяли, а? Мы пытаемся Леонида выманить из его берлоги. А, вон оно что. Но вы же говорили, что когда-то он очень любил своих лошадей. Я и подумала, может, хотя бы они заставят его выйти на свежий воздух. Опасная затея. Но интересная. Ну что, поехали? Поехали. Обратите внимание на рост прибыли за последние 3 месяца. Ну, что скажете, Леонид Константинович? Будем расширяться? Леонид Константинович. Привет. Привет. Ларис, надо поговорить. Хочу тебя. Что
Вот она, не здесь. Ты что? Чш, молчи. Но как? Леня здесь рядом. Ты что, перестань. Подожди, уедем на две недели, ты сможешь делать все, что захочешь. Серёж. Заметь, не я это сказала. Давай, давай, Серёж. Давай, 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 давай. Ах ты ж. Вера, что происходит? Вы выглядите как-то обеспокоенно. Нет, да, просто мысли всякие. Какие всякие мысли? Вера, если вы о том, что Родионов спит с моей женой, так я об этом знаю. И вас это не беспокоит? У нас с Ларисой давно ничего нет. Я знаю, что она со мной из-за денег. А почему вы тогда не разведетесь? Интересный вопрос. После того, что со мной произошло, для меня все перестало иметь какой бы то ни было смысл, тем более такие формальности, как развод. Нет ничего хуже в жизни, чем равнодушие. Серьезно? Угу. Я борюсь с этим. Интересно, как? Я вас или терплю, или не замечаю. Здравствуй. Помнишь? Помнишь? Выздоравливай. Ты должна это увидеть. Пошли со мной. Пойдем, пойдем, пойдем на брусь что-нибудь. Там вроде снежок начинается. В вашем состоянии нельзя кататься верхом. Я смог. Вы видели, я ж смог. Пойдемте. Я смог. Вытаскиваешь его, вытаскиваешь, он смог, видите ли. Молодец. Вам нельзя кататься верхом. Мне можно кататься верхом. Да? Да. Ну? Тогда вы должны начать делать физические упражнения, которые вам выписали врачи. Я работала в реабилитационном центре. Я могу вам помочь. Вер, мне не нужны никакие упражнения, врачи. Вы 2 года просидели в заперти. У вас мышцы атрофированы. Вы скоро не то, что на лошади прокатиться не сможете. Вы на коляске на своей никуда не уедете. Не, на коляске я уеду. Очень смешно. Че? Сколько? Еще 25, я больше не могу. Что значит не могу? Продолжайте.
Все. На сегодня тренировка окончена. Слабак. Что? Что вы сказали? Ничего. За языком следите, за своим. Сок для сеньор Леонид. Джованни, пожалуйста, забери меня куда-нибудь отсюда. Я не хочу связываться с... Предатель. Ладно, давайте говорить, что у вас там дальше в этой вашей книге пыток. Плавание. Как? Никакого плавания, Вера. Нет, нет, и еще раз нет! Вы с ума сошли, что ли? Я не специально. Не специально? Ну, раз уж вы здесь, может быть, сделаете пару кругов по бассейну? А если я утону? Ну, вам же на себя наплевать. Пойдемте. Что случилось? Нога. Знаете, мне кажется, что после этих упражнений становится только хуже и больнее. Боль – это нормальная реакция на физическую нагрузку. Скоро ваши мышцы и суставы окрепнут, и вам станет легче. Вы правда в это верите? Конечно, нет. Просто мне очень нравится над вами издеваться. Слушай, ну так я не понял, он что, каждый день теперь занимается этой? На протяжении 3 недели каждый день. Даже алкоголь перестал себе требовать на 2-й этаж. Сегодня утром он сам кормил лошадей. Мама мия! А я о чем? Как Платон катал вас на моем Наполеоне. Что скажете? Скажу, что вам не мешало бы подучиться. Честно говоря, я тогда села в седло первый раз в жизни, и это было куда страшнее, чем мне казалось. Конечно. Это же был мой Наполеон. Вам куда больше подошла бы звездочка. Это лошадь вашей дочери. Да, это лошадь моей дочери. Вы нравитесь. Гостите ее. Звездочка. Ой! О! Получилось. Неспособная ученица. А что дальше? А дальше перестаньте нервничать. Я спокойна. Вы немножко напряжены, расслабьтесь. Я просто боюсь, вдруг она побежит или сбросит меня. Ну, лошадь – это животное. Животные всегда чувствуют, когда их боятся. Поэтому, если вы перестанете бояться и будете уверенно сидеть в седле, она никогда вас не сбросит. Ага. А как ей показать, что я хочу вперед? А вы легонечко
пяточками придавите ей бока. А, о, получилось. Думаю, на сегодня хватит. Точно. Приз. Спасибо. Попробуйте пройтись без трости. Где она? Вот. Вера, дайте трость. Возьмите. Вера, опять ваша игра. Дайте трость. Возьмите, она мне не нужна. Вера. Ну? Вера, какого... Ну, не ругайтесь. Отдайте трость. Возьмите, если сможете. Забирайте, если до сих пор думаете, что она вам нужна. Сегодня у нас паста и мой фирменный соус. Что за соус? А вы попробуйте и угадайте. Тим? Тихо. Я в ваши эти игры не играю. Кто угадывает, получит от Джованни фирменный десерт – миндальный торт. Я сразу сдаюсь, потому что я ужасно голоден. Я угадаю. Скучные люди, неинтересно с вами. С вами интересно, пожалуйста, угадывайте. Ну, это просто. Здесь помидоры. Просто, мама мия. Конечно, просто. Это даже Платошев угадает. И совсем не разбираетесь в итальянской кухне. Почему-то не разбираемся. Посмотрите, как я разбираюсь. Это понятно. Я решил ужинать с вами. Для меня найдется место? Un momento, сеньор Леонид. Я просто не верю глазам. Вкусный соус. Грация, сеньор Леонид. А Джованни предложил угадать, из чего он приготовлен. Угадали? Нет. Попробуйте вы, если угадаете, получите десерт. Ну, это очень просто. Здесь помидоры, лук, чеснок, немного каперсов, красное вино, пармезан. И еще кое-что очень ароматное. А что это очень ароматное? Что это очень ароматное? Тимьян. Тимьян! Да, да, опять угадали. Как вам это удалось? А, сеньор Леонид всегда угадывает, что я готовлю. Всегда. Даже как 7 лет назад в Неаполе, да? О, помню, помню, помню. О чем это вы? 7 лет назад я был по делам в Неаполе и решил отобедать в одном ресторане, где работал Джованни. Прекрасный ресторан был, прекрасный. Мне так понравилось, что я предложил Джованни работу. Да, так и сказал. Будешь у меня работать, будешь мой повар. Ничего не спросил даже. Я сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Но этот плут
имел наглость не принять мое предложение. Мама мия, ну почему плут? Почему отказал? Я Джованни просто любил свой город, любил свой ресторан, любил работу, никуда не хотел уезжать. Вот и все. Я был очень настойчивым. Да, да. Сеньор Леонид каждый день приходил ко мне в ресторан, завтракал, обедал, ужинал и каждый день меня уговаривал. Чтобы он отцепился от меня, я ему предложил пари. Джованни готовит любое блюдо, а я угадываю, из чего оно приготовлено. Да, да. Если он угадывает, я собираю чемоданы и все, и уезжаем. И что? И что? Это была превосходная лазанья, но по одному очень необычному рецепту. Это был рецепт моей тетки. Сеньор Леонид угадал все ингредиенты, кроме одного. Тимьян! А у меня такое чувство, будто мы сейчас находимся не здесь, а где-то в другом месте. Да. Например? Например, в замке в Шотландии. Я вам так завидую. Вы полмира объездили. Назовите последнее место, в котором вы были. Аргентина. Прекрасная страна. Я туда привез прекрасное вино с таким тонким ароматом. Мечтаю побывать в Буэнос-Айресе и попробовать такое вино. Красивая мечта. А что касается вина, то это легко устроить. Но не здесь и не сейчас. У каждого вина есть свое время и место. Неужели? Представьте себе. Вот вино, которое мы пьем сейчас, оно идеально подходит для таких вечеров у камина. А то, о котором я вам рассказывал, для него есть свое место. Какое? Завтра вы все узнаете. Это будет мой сюрприз. Я теперь до завтра не усну. Уснете. Вторая. Оп. Давайте, давайте. Спокойно, спокойно, я же вас веду. Стоп. Боже мой, какая красота! Мой сюрприз. Присаживайтесь. Давайте выпьем за... За один из самых лучших дней в моей жизни. Прекрасное вино. Да. Моя жена его тоже очень любила. Ваша жена Лариса Владимировна? Нет. Моя первая жена, которая подарила мне Настеньку. Она умерла при родах. Простите, пожалуйста. Мне очень жаль. Я воспитывал Настю сам.
то время, когда мы были вместе, было самым лучшим временем моей жизни. Мне так жаль, что все так случилось. Мы летели с Настей на моем самолете. Я был у штурвала. При посадке что-то пошло не так. Самолет совершенно перестал меня слушаться. Я очнулся уже в больнице, и там мне сообщили, что Насти больше нет. Я 2 года жить не хотел. А сейчас хочу. Благодаря вам. Спасибо. Я сейчас была в особняке. Ты знаешь, чем Леня занимается? Чем? Разгуливает с горничной и поет ее вином. Серьезно? Неожиданно. Не думал я, что его состояние настолько улучшится. Ну, ничего страшного. Главное, что все идет по плану. В смысле? По какому плану? Я тебе говорю, Леня встал. Потому что Леня разгуливает по особняку со служанкой под ее вином. Это в чьи планы входил? Наши. Ларис. В наши планы входило, чтобы Леня не влезал в дела компании, правильно? Он в них не влезает. Я всем заправляю. Я всем заправляю. Я глава компании. А ты просто ревнуешь. Ты ревнуешь? Лариса, да ты у меня ревница. Зато я знаю, как тебя утешить. Верочка, ну вот и выходные подобрались. Только почему-то совсем никуда не хочется уходить. Это почему это, а? Ты не волнуйся, мы за ним присмотрим. Иди отдыхай, ты это заслужила. Добрый вечер. Не обольщайся насчет моего мужа. Не строй из себя дурочку, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Я знаю, что у тебя на уме. Знай свое место, прислуга. Ты что вытворяешь? Читаю. Ты прекрасно знаешь, о чем я спрашиваю. Новое увлечение, Леня? Ты о Хемингуэе? Теперь тебя интересует прислуга? Ларисочка, тебе какое дело? Ты бы лучше подумал, какое ей дело до тебя. Зачем бедной служанке увиваться за тобой? Зачем? А почему она это делает, Лёнь? Из жалости. Ты ведь у нас инвалид. И к тебе можно испытывать только жалость. Пусти. Мне больно. Все сказала.
Господи, что же это у нас? Ты не слава богу, а? Потом что случилось? Черт его знает. Ворота горят, я увидел туда. А лошади? Лошади где? Наполеон и звездочка там. Ворота так горят, сюда задний ход заперты. Да Никола Сынович, да куда? Стойте куда? Сумасшедший. Да скорей так все к твоей матери. Что делать, Павлович? Все, я пошел. Куда? Куда, господи? Сейчас я вас выведу, потерпи чуть-чуть. Чуть-чуть потерпи. Сейчас я вас выведу.